Вася, это хорошо. Это сатира. Нам Гоголи Щедрины нужны. В эфире программа «Кто хочет стать миллионером?» И я ее ведущий Максим Галкин. В прошлой игре мы остановились на вопросе отборочного тура. Вопрос звучал так. Расположите эти цифры в порядке возрастания. Один, два, три, четыре. И единственным, кто это сделал правильно, оказался популярнейший артист нашей эстрады Владимир. О, это. Нормально. Ну что ж, Владимир, извините, я забыл сказать, что спонсором нашей сегодняшней программы является безалкогольное пиво... Подожди. Ты сам понял, что сказал? Нет, ну это... Пиво без алкоголя — это все равно, что свадьба без этой... Без невесты. Без водки. Нет, ну кого на свадьбе волнует невеста? Ты мне объясни. Ну хорошо, хорошо. Владимир, правила игры вы знаете. Итак, первый вопрос нашей программы. Подожди, Максимка. Сначала я. Слушай, сейчас ты мне должен задать вопрос. Только сразу на 32 тысячи. Чтобы у меня незараемая сумма была, понял? Ну хорошо, для вас мы сделаем исключение. Итак, вопрос на 32 тысячи. Все. На этом вопрос я останавливаюсь. Давай, бабки, и я пошел. Владимир, ну а как же вопрос? А, еще и вопрос? Ну тогда это уже не 32, это уже 50 на 50. Ну, в смысле, берешь 50 штук, кладешь мне еще на 50 и свободен. Понял? Вот так вот. Если ты мне не задашь сейчас какой-нибудь вопрос, на который я знаю ответ. Ну, например, про моего друга Левчика. А, вы имеете в виду Льва Валерьяновича? Это ты его так зовешь. Лев Валерьянович. А я его, знаешь, как зову? Иди сюда. Вот так вот. Ну что же, ну давайте тогда я вам задам вопрос такого рода. Продолжите известную песню Льва Лещенко. Из полей доносится что? Налей. Налей. Папа, не пей. Пей, да дело разумей. Или голубая луна всему виной. Я это выбираю звонок другу. Да. Ну что ж, звонить будем кому? Герасиму и Муму. Кому? Конечно, Левчику. Алло, Лев Валерьянович, это вас беспокоит Максим Галкин. Программа «Кто хочет стать миллионером». Напротив меня сидит ваш друг Владимир. Алло, Левчик, это Вовчик. Слушай, скажи мне, только быстро. Это... У тебя с полей что доносилось? Ну, старик, ты знаешь, ты просто меня зарезал. Ну что, ты что, не помнишь разве, что у нас с тобой с полей вообще ничего до дачи не доносилось? Мы все выпивали по дороге. Нет, ты не понял, вопрос уже на миллион. Ты давай, пой. Прости, старик, но за такие гроши я уже давно не пою. Ты что, не понял? Я говорю, про поле пой. Ну, хорошо, может, вот это вот. А в чистом поле система град. Ваше время истекло. Итак, ваш ответ, Владимир. Ответ очевиден. У Лёвки маразм. Все,
Максимка, давай, бабки, и я пошел. Ну, позвольте, а куда? В аншлаг. К Дубовицке. Знаешь почему? Потому что, что бы я ни сказал, она вот все время хохочет. Кстати, про Регину. Мы как-то тут с Левчиком пошли в баню. Ну, это, отдохнуть. Ну, и помыться заодно. Раз уж в баню пошли, правильно? Ну, только в парилку зашли, как Лёвка это запел от удовольствия. Сейчас покажу. Разминаю Вовчику бока, веничком березовым играя, в морозилке пол-литровочка ждет нас и стомилась, дорогая. Из полей доносится долей, испытали здесь мы кайф вселенский. Только что же я забыл вот здесь. Хорошо бы было в бане женской. И ты понял? И я так это вот заслушался. Лёгу, что ж на мыле поскользнулся? Ну, хорошо, Лёвка рядом стоял, я успел схватиться. Ну, ты понимаешь, а вот такой вот случай у меня был в жизни. Позвольте, а при чем же здесь Регина? Ну как, при чем? Я же в бане с Лёвкой был. Вот, а пошел бы с Региной. Вообще убился нафиг. Спасибо, за внимание.